Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы установлен в память о явлении Пресвятой Деви Марии, Благовестника Тайн Божьих, Архангела Гавриила. За 9 месяцев до Рождества Христова Гавриил принес ей радостную весть о грядущем чудесном рождении ею Сына Божия, Спасителя мира. Не случайно имя Иисус, предреченное Архангелом Богомладенцу, означает «Спаситель». По мнению многих богословов, слова Архангела Гавриила «Радуйся, благодатная» стали первой, благой, вестью для человечества после его грехопадения. Мария, увидев в словах ангела волю Божию, произносит весьма значимые слова «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Считается, что в момент произнесения Девы Марии этих слов и произошло непорочное зачатие ею Иисуса Христа. Своей покорностью и согласием Мария выразила свое исповедание веры. Таким образом, Благовещение – это первый в христианской истории акт искупления, в котором послушание Девы Марии уравновешивает непослушание праматери Евы. Духовное содержание праздника Благовещения раскрывает нам великую и непостижимую тайну воплощения Сына Божьего от Девы, предреченную еще в Ветхом Завете святым пророком Исаией за 8 веков до Рождества Христова.